В Черкесске прошел межрегиональный фестиваль «Пушкинские дни» на Северном Кавказе, посвященный 225-летию со дня рождения солнца русской поэзии. Праздник организован по инициативе Карачаево-Черкесского отделения КПРФ. Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, член президиума ЦК Казбек Тайсаев, а также ценители поэтического слога со всех регионов СКФО. Ахмат Халкечев продолжит. Межрегиональный фестиваль является продолжением большой серии мероприятий КПРФ, посвященных 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Торжественную часть гости мероприятия предварили возложением цветов к памятникам. Основные мероприятия праздника развернулись на пешеходной части улицы Первомайская и в центральном сквере республиканской столицы. Одним из главных событий фестиваля стал финал конкурса чтецов с говорящим названием «Пушкин в наших сердцах», в отборочных турах которого приняли участие более 500 молодых чтецов. Стихи и проза Пушкина читались как на русском языке, так и на языках народов Северного Кавказа. Там о заре прохлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных. От имени Геннадия Зюганова всех участников, призеров и победителей финальной части конкурса поприветствовал первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Юрий Афонин. Он обратил внимание на вневременную актуальность творчества Александра Сергеевича. Наследие Александра Сергеевича Пушкина, оно очень актуально. Оно не только имеет литературный, но и гражданский, патриотический характер. А это дух многонациональной страны. Мы благодарны и руководству республики, и вашим жителям за то, что сохраняется межнациональная дружба, для того, что развиваются культуры разных народов, проживающих в Карачаево-Черкесии. Ну а на Первомайском мини-Арбате расположились палатки партийных отделений КПРФ из всех регионов СКФО, а также подворье 5 субъект, образующих народов Карачаево-Черкесии. Подворье, организованные усилиями республиканского Минкульта и администрациями муниципалитетов, ярко представляли традиции, обычаи, предметы быта, национальные блюда, а также произведения художественных и народных промыслов. Ну, не зря говорят, что Пушкин – наше все, и для любого жителя нашей страны, любой национальности, это, наверное, главный поэт, которого все мы изучали в детстве, чьи стихи мы любим с раннего возраста. И действительно, это объединяющий фактор. Как русский язык является объединяющим для нас, для всех, так и сам Александр Сергеевич и его творчество. Но и нам есть что показать, потому что творчество наших поэтов, культура наших народов, они позволяют нам с гордостью вот так ее показывать нашим гостям, что мы сегодня и делаем. После завершения конкурса для участников праздника был дан большой концерт, в котором выступили национальные творческие коллективы, представляющие разные народы. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия.